rage on that beat going crazy. Друзья автомобилисты, всех приветствую. Вот только-только полчаса, как я вернулся с Ижевска, сразу прямиком в автосалон 16 регион попал, потому что пришла новая тачка. И что вы думаете, это за тачка? Да, это Х5, X5, 2009 года выпуска, 70-й кузов. После 53-го он зашел достаточно хорошо. Мне нравится как E-серия, так и F-серия. Достаточно хорошие автомобили. Это дизелек, друзья. Крутящего здесь просто невероятное количество. Как раз вот под меня его прогрели потихонечку. Вот так он тарабанит. Ох, такая похожая емочная тема у нас на дисках. Красота 20-й, 275 на 40. А вот здесь что у нас? А здесь у нас 315 на 35-м профиле 20-й. Вот это тапочки, а, красотища. Сейчас он протарабанит хорошенько. О, X5 прям вообще тема такая, можно сказать, чумовая, чумовая. Ну что, давайте посмотрим. 9-й год, стоимость 999 тысяч рублей. Без малого миллион просят за такой автомобиль. Так, подогрев сидений, сейчас все включим с вами. Друзья, не забывайте подписываться на канал, будет еще очень много интересных и действительно познавательных видео. Я, в свою очередь, постараюсь вас порадовать всем. В этот автомобиль много вложили, очень много. Пробег 186 тысяч. О, как все хорошо настроено. Дизелек, конечно, прям вибрирует. Вибрации ты чувствуешь максимально прямо. Ты понимаешь, что это дизель, как минимум. Руль не перетягивали, родной, кстати. Рулевая колонка регулируется по высоте и по вылету. Так, немножко тише сделаем. Ох, красота прям вообще. Фу. Сейчас все нагреется. Так, он прогрелся, нет вообще? Ну-ка, сейчас посмотрим. Такая заглушечка стоит. Ну, многие пользуются. В городе, конечно, приходится иногда там, когда ты буквально туда-сюда только 20 метров отъезжаешь, не обязательно нужно пристегиваться в этом случае. Что-то здесь вот, смотрите, фиксатор на закрывание подлокотника немножко гуляет, вышел погулять. Ну что, можно отрегулировать. Вход AUX есть, 9-й год. Электромеханический стояночный тормоз, мой любимый iDrive, все до боли знакомо. Пожалуйста, настройки, дисплей, время, дата, язык, единицы, звучание, скорость, климат-контроль, освещение, дверные замки, багажная дверь. Что у нас здесь? Высота подъема, удобная штука, если у вас гараж, дверные замки, так далее, там освещение, все есть, трехкратное мигание, как хотите. Дальше у нас информация об автомобиле, здесь компьютер поездки, пожалуйста. Имеется борт-компьютер и, самое главное, состояние автомобиля, которое вы все можете посмотреть. Индикатор повреждения шин, подтвердить давление в шинах, уровень масла можно замерить, все окей, как видите. Электронный щуп здесь такой, очередное ТО и автоматическая диагностика. Телефон, CD, радио, навигация. Все, это дико простой автомобиль, но в то же время для кого-то, опять-таки, дико простой, потому что электроники здесь достаточно. В то же время настолько завораживающий, дико кричащий интерьер и экстерьер еще поискать. Здесь руководство по эксплуатации, пожалуйста, BMW Service. Вот такое дело. Ну что, саживый, да, здесь нужно будет смотреть потом. И со временем, конечно, EGR. Вот, можно все это убрать. Вот он, X5. О, красотка просто. X5M иногда можно урвать и X6M. Прям задешево очень. 555 горячих жеребцов ждут вас. Все на русском языке, можно посмотреть. Вот эта кожаная тема, как мне нравится. Вот знаете, такая кожа, как типа вот у дедушки, я помню, у дяди, вот прям как кожаные сапоги, что ли, или какой-то такой, такие перчатки или плащ. Вот прям, ох, качество, качество. Но в то же время, смотрите, здесь немножко выцвела эмблема BMW. Ха, такое тоже бывает. Так он открывается с доводчиком, так закрывается, все просто, как на Х6, такая же тема.
Ну что, надежно, круто и солидно? Многие, наверное, сейчас напишут: да какая надежность, Алексей? Он ломается раз через раз. Но опять-таки, как следить, друзья, как следить? У каждого свои приоритеты. Кто-то обслуживает автомобиль, кто-то на него, можно сказать, просто плюет, а потом на форумах жалуется. Ох, тронулись. Даже оригинальное лобовое стекло Вайха 5 под такой закат солнца мы с тобой сегодня выезжаем. Ох, красотища, как все четко в нем. Ах, прям красота. Здесь, когда плетку будете, если был бы у вас американский авто, когда вы регулируете плюс и минус по аудиосистеме, здесь вы почувствуете немножко плетка. Отошла, видимо, родная, но бывает. Ничего страшного. Конечно, почистили у нас, да, класс. Вообще идеально. Один раз прошлись и все. А вот там кто будет, непонятно чистить. Ну что, давай, Х5, показывай весь крутящий момент. Еще я недавно смотрел гонки. В общем, что там было? X5M и ML-63 вроде как была, да, в рестайле. Смотрю, значит, они гоняются, и у X5 всегда выставлен вот этот электронный уровень, чтобы не проморгать. Он, несмотря на то, что он наваливает на него, он, понятное дело, боится, вдруг что там случится. Я думаю, да, с электронным щипом, конечно, засада. Но зато он всегда знает, ушло у него масло, когда он вжаривал или нет. Это самое главное иногда. О, закрылись мы. Так. Что у нас электронный стояночный тормоз активен? Ну-ка. Мы же сейчас не с тормозом едем. Сейчас надо будет остановиться где-нибудь. Так. Сейчас остановимся, попробуем. Он может, знаете, подглючивать на морозе. Это нормальная тема абсолютно не только для BMW, но вообще. Ну-ка. Нет. Он, видимо, просто этот индикатор горит по факту. Пьезоэлектрические форсунки, как круто работают. Это вам не электромагнитные. Электромагнитные, конечно, многие пишут, что понадежнее тема будет, но как бы то ни было. Если сравнивать с Q7, многие говорят, ну давай, скажи, что ты думаешь про Q7 и про GL-ку. Ну тут все очень индивидуально. Это, знаете, вот кто-то любит стейк с кровью, кто-то средней прожаренности, да, кто-то прям вообще, чтобы он полностью был зажарен дико. Это вот, наверное, с этой тачкой то же самое приблизительно. Кто-то на Q7 прям души не чает и катает годами, нравится все. Кто-то на X5, кто-то просто на этой BMW-шке сидит на этом бренде и нравится, все устраивает. Кто-то на Mercedes-е. Тут индивидуальные, исключительно индивидуальные предпочтения ваши и, соответственно, приверженность как к бренду, становление, так скажем, фанатства. Это тоже все в кавычках. Какой вы фанат? До мозга костей все-таки или просто любите BMW? Здесь такие основополагающие факторы, конечно, играют прям такую значимую роль. Электрообогрев лобового стекла имеется, вроде бы как должен быть, я могу ошибаться. Подогрев руля, здесь небольшой скол, вот там тоже скол есть. Сейчас я начинаю замечать, вот центральный замок такой электронный у нас, так открывается, закрывается автомобиль. Двухзонный климат, понятное дело, установлен. Электропривод для крышки багажника, помощь при спуске, трекшн. Вот и все. Есть, конечно, комплектации пожирнее, когда у вас есть контроль дистанции, когда у вас heads-up дисплей, панорамная крыша, особенно на американцах, вот им прям в этих моментах им повезло, что в США везут богатые комплектации заведомо с тем прицелом, что американцы любят, чтобы было все в тачке от А до Я, чтобы оно было дико укомплектовано. Ну что там щелкает сейчас? Да ладно. Там как будто, слушайте, как будто шатун. Даже парень сейчас оглянулся и посмотрел, почему так дико жестко ты едешь, в плане то, что громко. Не, все нормально же, он прогретый. В отсечку уже никто тебе не лупил, все нормально должно. Ну-ка, давайте остановимся. Так. Электронный стояночный тормоз. Нажимаем на тормоз, но... А ну-ка, на паркинг. Так. Нет. Ничего не происходит. Странно. Ну что, потихоньку поедем. Многие автомобилисты, с которыми я общаюсь, говорят, что BMW это все-таки непредсказуемое авто. Все что угодно может с ним случиться. Вот просто едешь и бах, что-то произошло. У тебя такой, что такое с тачкой-то, что такое? И вот эти моменты меня одновременно
как бы и пугают, и в то же время настораживают до такой степени, что думаешь, ну вот, как бы BMW это как повезет, получается. Не то чтобы ты сильно обслуживал или сильно не обслуживал автомобиль, а вот действительно как повезет. И ты вроде бы хочешь полюбить этот бренд, но отдаешь себе отчет в том, что а вдруг, да, вот ты едешь там на трассе от дома за 300, за 400, а может за 600, за 700 километров вообще встал, и что делать? Понимаете, на коленке эту тачку-то не починить, то есть не прыгнуть там, не лечь под автомобиль, и ключами-то не разберетесь вы. Здесь же электронные блоки, которые самодиагностируются, самовылечиваются, там исцеляются и так далее, и так далее. Это вечная тема. За этим всем нужно следить дико, дико следить нужно. Прям бдить каждый раз. Хочешь ты этого, не хочешь. Подвеска здесь... Не, газель, только не это. Что, там кого-то дергает, да? Ларгус дергает газель. Вот у меня времени прям вот как раз наблюдать за вами, ребята. Ребята, ну как так-то? Дернет она этот Ларгус, нет? Вот прям вообще не этот. Так. Не к месту. Ну, надеюсь, сейчас они расцепятся. Я уже хотел туда поехать. Ладно, давайте. В общем, некий экшен будет. Я еще просто с дороги немного уставший. Надо отдохнуть мне, как минимум. По подвеске вы сразу понимаете, с закрытыми глазами вас посадят в этот автомобиль. А, он назад еще сдает. По подвеске вы сразу понимаете, что это BMW. С закрытыми глазами вас посадят среди ночи, разбудят, вы поймете, что вы находитесь в BMW. Просто потому, что вы чувствуете запах масла. Да нет, шучу, конечно. Никакого масложора нет. Если за всем следить, нормальное маслецо заливать, все окей. Ну что, вызвали этот Ларгус? Отлично. Отлично. Так, ладно, все, не буду я сейчас замесы здесь устраивать. По этим дворам поеду отсюда. Надеюсь, там никого не будет. Пластик здесь мягкий, идеальная подгонка по деталям. По шумоизоляции тоже все чисто индивидуально. Кого-то это устраивает, кто-то начинает дико кричать о том, что, ну, ребят, нет, нет, шумка вообще просто ни о чем. Опс, высаживают. Сегодня меня то и дело все останавливают. Вот нормально я никак не еду, а? Где-нибудь какие-нибудь препятствия. Странно. Как-то так. Еще, друзья, всем огромное спасибо за ожидание. Понимаете, на каждый тест-драйв кота своего, котейку Тимофея, я не смогу возить в переноске, ставить, чтобы он со мной сидел. Он, во-первых, пугается, когда он в автомобиле, он в шоке смотрит, ну, типа, куда ты меня везешь, что такое? Давай полопаем дома что-нибудь, почилим, пофлексим, посидим дома. Во-вторых, просто стресс для кота. Он вроде бы к переноске привык, но вот так возить его на тест тоже. Я пытаюсь вставлять где-то фотки, где-то видео. Ну, конкретно он тестить тачки уж может, понятное дело. Он прям еще тот котофей. Но когда холодно и когда у него немножко такой стресс, я все-таки его стараюсь держать дома, кормить, баловать, чесать, ухаживать. Но на тесты с собой не беру, так как, ну, это домашнее животное, все-таки вы должны понимать. Но ставки, конечно же, будут, безусловно. Поэтому отнеситесь к этому с пониманием. Прошу вас. Ну что, карабас отрабатывает, все нормально. Это что за звук был такой, знаете, такой? Это даже не гидрокомпенсаторы и не форсы. Это вот прям как будто шатуно-поршневая. К этой ближе теме. К слову, форсы здесь тоже должны быть надежные достаточно. Они особо не переливают. Ничего с ними не происходит такого страшного. Крутящие, вот сколько здесь крутящего. Можно просто луну заарканить и, скажем, перевернуть ее. Крутящего здесь много. Так, сидушки греют. Класс, класс. Мне нравится, как сидушки греют. Я считал когда-то, что E53 невероятно технологичный и крутой автомобиль. Ну а сейчас E70 устаревает. Почувствую себя старым. Сейчас уже F-ки тоже считаются, типа, ну тоже. Старички, 10-летние, там, 12-летние. Ты про себя думаешь, вау, как время летит, не поспеть нам
за временем не поспеть. А вот Land Cruiser на V8 вообще не стареет абсолютно. Скоро выйдет 300-й, друзья, ожидаем 300-й. Что там за чудо-юдо японской инженерии, будет самое интересное. Я на Авито как-то недавно увидел, там есть, значит, мордашка типа 300-го, накидывают, ну как называется, ноускат вроде бы. Накидывают фары, мордашку, решетку радиатора, и сзади у вас типа там из 200-го можете обновиться до 300-го. То есть когда та же тема на рейндж-роверах для рестайлинга. Перед и зад, когда вы накидываете, типа у вас рестайл, а салон-то все-таки старый. Ну, такая тема, знаете, на любителя, очень на любителя. Ну что, жаривать я как-то охота, конечно, немножко, но вот чуть-чуть, давай! Хо-хоу! Класс! Что еще вам рассказать про эту тачку интересного, а? Сейчас, наверное, пытливые товарищи сидят, плупят по клавиатуре, по своим смартфонам, по гаджетам. Пишут комментарии. Нет, тачка ни о чем, не берите. Не берите BMW. Вы вспотеете с ней. Это хуже, чем Land Rover. Это просто лянча. Понимаете, это Трабант. Не берите Трабант. Берите BMW. О. Хорошо. Вот не почистили здесь, а? Хоть прям сам лопатой махай здесь сиди. А вот смотрите, фура-то застряла. Получается, бензовоз. О, это, конечно, не легковушку дернуть. Такое дело. Да. Это когда он откопается, непонятно. А, он уже цепи натянул. Да, конечно, ситуация сложная. Спасание утопающих, дело рук самих утопающих. Получается такая тема. Что, друзья, X5, ну мечта же, мечта, а не автомобиль. У многих это мечта. Я понимаю, почему вот такие мечты. Иногда приходится расплачиваться. Иногда мечта должна оставаться мечтой. Разные ситуации бывают. Вот конкретно этот автомобиль, да. Класс. Ну что, нет, электронный ручник, видимо, как-то завис. Может, сам потом отойдет. Не буду трогать. Здесь у нас под дерево все трескается ужасно. Пожалуйста, пепельница, подстаканники. Если кто-то раздражает вас очень сильно в салоне, можете вот запульнуть в него вот эту пепельницу. Он угомонится, это точно. Пожалуйста, подстаканники вам. Сейчас я снимаю, все показываю, как положено. Полноценный тест-драйв обзор. Так все регулируется. Вот эти сегменты имеют тенденцию как-то гаснуть, меркнуть и утрачивать свою основную функцию. К сожалению, кто бы что ни говорил, но это происходит. Отдельно докупается вот этот блок. Вставляете ключ, нажимаете на тормоз и старт-стоп engine. Затирается очень быстро эта кнопка. Здесь у нас автосвет, понятное дело, имеется датчик дождя, бортовой компьютер. Сейчас давайте посмотрим, 160 км до заправки, а где средний расход текущий. Еще скрытое меню есть там, под меню. Вот приборка, наверное, у BMW самая четкая. Это как 6 iPhone 6S, а? А, друзья? Здесь управление светом, регулирование яркости подсветки приборов. Здесь двойное, все обдувается классно. Так, блокировка стекол, электрорегулируемые зеркала. Вот эти места очень часто, конечно, такой непрезентабельный вид с годами приобретают. И ничего не поделаешь с этим. Вот что поделаешь? Подсветка здесь, ну, правда, тоже не диоды, опять-таки. Все в рабочем состоянии, все тонко, утонченно. Довольно часто можно встретить вот эти подлокотники затертые, страшно. Ну вот просто нереально страшно. Мне нравится комплектация, когда есть подпор для голени. Вот здесь вот такая штучка выезжает. Ну и топчик, конечно, это X5, X6 M-ки с движком S63, B44 TX, если мне не изменяет память. Обзорность хорошая, уши большие. Видите, вот так все красиво у нас под закат происходит в том автомобиле. Ну что? Так, центральный замок деактивируем вот таким образом. Откроем капот, подножки, резиновые накладки, чтобы вы не оступились и не подскользнулись предусмотрительно. Баварские инженеры сюда поставили напольная педаль акселератора. Здесь подсветка. Откроем капот. Есть что такое? Поролон кто-то сюда положил. Даже так бывает. Нет подогрева руля. Если он будет вот здесь. Ищите его здесь. Еще бы вентиляцию его добавили и массаж руля. Было бы просто восхитительно. Но это опять-таки на следующее, наверное, поколение. Такая кожа, довольно износостойкая. Даже пробег в 300-400 у аккуратного владельца не выдает ничего. Абсолютно.
компрометирующего, пожалуйста, в продольном направлении по высоте. Три позиции, точнее, две позиции памяти на кресло. Удобная тема. Итак, можно ставить какие сюда? 19 тапки, даже 21. 325 на 30 профиле. Это просто изолента будет, понимаете? 21, 325 на 30. Но это будет очень жирно и дорого. Очень дорого. ЗАО «Автотор» сборка. X-Drive 35D. Вот такая тема. Так, что мы с вами включили? Туманки, наверное, давайте подключаем дальний свет фар и аварийку, нашу любимую, красивую, незаменимую. Все настолько утончено, что нет желания даже покидать этот салон. Настолько ты влюбляешься с каждым моментом. Все больше, больше и больше. Немножко вот затертый подлокотник, есть такие элементы. Но в остальном все четко и добротно. Мультируль, понятное дело, при левых местах хвата имеются. Голосовые команды, управление для телефона. Прибавить и убавить звук. Кстати, мультимедийка здесь достаточно хорошая. Но единственное, что нет люка почему-то. И вот такие рейлинги у нас красивые, нарядные, презентабельные. Раздвоенный выхлоп. Ох! Красота. Второй ряд сидений. Посмотрите, какое здесь все мощное, крепкое. Прям крепость, а не автомобиль. Так все складывается. Одно движение 40-20-40. Складывается, распадывается таким образом. Здесь, пожалуйста, скрытые hidden cup holders. Скрытые подстаканнички. Удобный подлокотник. Все солидно. Боковые подушки. Пожалуйста, подсветка. Подогрев сидений. Второй ряд имеет две ступеньки, розетка, дефлекторы обдува, вещевой бокс, идеально ровный пол. Такие активные у нас подголовники, вот так они выдвигаются, так задвигаются. Еще бы был электропривод, было бы неплохо, но это уже E65-66, вопросы туда адресуемся. Давайте посмотрим, какой багажник у этого автомобиля. Защитный пластиковый обвес, смотрите, все-таки в общем и целом состояние хорошее автомобиля. Да, 315 на 35 для лучшего зацепа сзади, но это все дорого, солидно, прям очень-очень солидно. Видно, что ухаживали и любили этот автомобиль однозначно. Напоминаю, что столь прекрасный авто вы сможете приобрести в автосалоне 16 регион. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Вот так все открывается. Пожалуйста, подсветка. Электропривод имеется. Коврики. Как видите, здесь еще блоки комфорта. Будьте аккуратны на мойках, чтобы вам это дело не залили. Прям смотрите пристально. Розетка вот такая. Пожалуйста, здесь немножко проводки вам. И вот так у нас открывается. Так, откроется? Да, немножко снег. Оригинальное, кстати, все BMW-шное, здорово. И вот здесь можно закрыть на ключ. Вот даже имеется такой упор. И еще какое-то предупреждение. Кстати, сегодня сейчас 15-16 градусов. Где-то около 3:30, 4 часа дня. Ожидаем ночью до 25-27 похолодания. Даже не знаю, свой дизель опять в теплое место придется ставить, потому что паразит замерзает. Это летнее топливо. У меня парафин просто. Всякие гели, антигели не лью. Сегодня опять теплое местечко искать для Тойотушки. Ну что, багажника вполне достаточно. Вполне, если сложить, можно даже какое-то двухспальное уютное гнездо организовать. Вот. Какой-то романтик даже в этом уверене. Ну, так сейчас солидно, солидно, все прикрыто. Вот если бы не Land Rover в свое время, если бы они не посотрудничали у BMW, не получились бы такие классные кроссоверы. Так что все имеет значение, даже малые вещи. Тогда они даже не могли представить, что это все так разрастется дико. Ну что, ты не работаешь на... Ага, ты не работаешь на холоде? Окей, тогда ручное. Ручной доводчик. Как-то так. Сейчас вам продемонстрирую немножко заднюю подвеску этого автомобиля. Вот такие датчики проводки проволочной для буксировки. Любовь к баварским автомобилям. Она, знаете, такая прям многогранная у многих. Ничего не поделать, прям любишь сильно. Ну что, тачок зарак, может подмерз после мойки. Сами понимаете, такие дела. Холодно. Все бывает, не до конца высушили или что-то еще. Красотища просто, и вечно можно любоваться. Такими дисками это однозначно прям.
Друзья, не забывайте подписываться на канал. Я, в свою очередь, постараюсь выкладывать все больше и больше интересных видео про различные автомобили. Обещаю не повторяться, но иногда повторы бывают автомобилей. Здесь у нас вещевой карман. Это у нас пластик. Практично все. Достаточно практично. ЛКП достаточно крепкая, надежная у BMW. Если она не билась, если шпакли нет, то можете быть уверены в том, что ЛКП вас не подведет. Здесь предупреждение. Вот прям каждый элемент очень хорошо подогнан и сделан. Подсветка. Но в то же время, конечно, и недостатков у этого кузова предостаточно. Просто посмотрите, 4.8, вот 4.8 движок, готовы уже за 450 тысяч отдавать. Хотя автомобиль хороший, изначально дорогой, но ноль ликвидности у него, вообще никакущая ликвидность. Многие сетуют на то, что, конечно, та же самая надежность, вот. Ломучесть, все сыпется. Биксенон стоит. Омыватели фар, туманки вот такие. В пленочке у нас, в бронепленке передняя часть. В общем, любимый автомобиль у кого-то был. Вот так здесь все. Рядная должна быть шестерочка. Дизелек. И предпусковой обогрев. Есть? Да, веб-баста стоит. Заводская. Турбинка ходит, ТНВД тоже, особо переживать не стоит. Помпы, термостат, генератор, стартер тоже обслуживается. Обязательно нужно следить за чистотой радиатора. Промывать желательно. Вот такая даже распорка у нас алюминиевая стоит. Так и если вот она идет. Компактный бачок для гидроусилителя руля. Здесь антифриз. Плюсовая клемма. Здесь находится. Вот тоже, пожалуйста, диагональные распорки. Как поперечные есть, так и диагоналки. BMW рекомендует Castrol. Такие дела. Вот. Bayerisch Motorenwerke. Munich, Germany. Немножко где-то коррозия даже появляется. Это тоже в рамках разумного. Made in Taiwan, как видите. Вот, здесь USA, а здесь Taiwan. Видимо, меняли, поэтому она и черная. Все имеет причинно-следственную связь. Вот эти все элементы должны быть чистыми у вас. Перегревать BMW нельзя, ни в коем случае. Иначе вскипит у вас котелок. Это, знаете, как... Вот, опять-таки, с автомобилем, за которым сильно ты не ухаживаешь, он тебе потом дает. Как следует. Пинок под одно место. Ну а что, собственно говоря, не любишь автомобиль, он тебя тоже не будет любить. Тут все логично. Не ухаживаешь своей девушкой, своей женой, у нас, в принципе, гарантированный вынос мозга тебе обеспечен. Поэтому нужно ходить, любить или лелеять. Как-то так, друзья. Так. Мало омывающей жидкости, обстановить время, да, противотуманная фара отказалась, все правильно, вот у нас получается левая. И парковочный тормоз. Ну вот, гирлянда ошибок, шикарно, BMW, шикардос. Пожалуйста, доложил электронный помощник обо всем. Уровень масла окей. Вот единственное, что меня успокаивает в этом автомобиле, что уровень масла окей. Как бы то ни было, друзья, BMW X5, а? BMW X5, это нужно как мантру прям повторять. BMW X5. О, прям лучше становится настроение, и день, и самочувствие. Вот прям на глазах человек, знаете, прям раскрывается, и хочется что-то ему сказать доброе и приятное. Ну что, еще я забыл вам показать, когда регулировку наверх выставляете. Так, голосовые команды. Подголовник, движение вверх. Подголовник, движение вниз. Ну как, а? BMW, друзья, 2009 год, голосовые команды на подлокотнике и на подголовниках тоже, а? Поверили, да? Шутка, конечно. Вот, вот. Вверх, вниз, это дело регулируется. Доводчиков, правда, здесь тоже нет почему-то. Опа. Ну вот, BMW
Мечты сбываются, с удовольствием за рулем таких автомобилей. Многие проводят часы, года. Отличные автомобили. При должном уходе, конечно же, при должном уходе. Все будет замечательно, это в то я уверен. Как и у любой другой техники, есть нарекания, конечно. Многие жалуются, что-то там происходит. Не без этого. Уникальных и, в кавычках, скажем, неубиваемых авто тоже не бывает. Вы же прекрасно отдаете себе отчет, что эта техника, даже самая простая, имеет склонности к ломучести, потому что что-то произойдет, сломается. Это происходит, друзья. Это... Никто от этого не застрахован, и никто никакую гарантию вам не дает, что будет все идеально. Это нормально, по крайней мере, я так думаю. Еще меня позабавила такая тема в Авито. О, просто, я не буду говорить даже, какие именно объявления я читал, но пишут разное. И в конце аргументированный торг у капота, у бампера, у колеса, у пятерки, у магнита... У Ашана, ну пишут, в общем, просто невероятные там рассказы. И самые, так скажем, крутые автовладельцы пишут о том, что просто так не приезжать, не кататься, просто так не приезжать, не смотреть. Получается, по его логике, того человека, который продает этот автомобиль, нужно приехать и обязательно купить. Вот приехал и купил. Плохой автомобиль, хороший, его это не волнует особо. Или ему надоели те люди, которые приезжают и смотрят. Но, понимаете, тут никогда наперед не знаешь и не угадаешь, кто купит автомобиль. Может, вот тот именно человек, опять-таки, без серьезных намерений, что-то произойдет, у него переклинит в голове, и он купит именно ваше авто. А серьезные дяди, которые приезжали, посмотрели, продиагностировали, и вы кучу времени потратили и, так скажем, нервов, они этот авто не возьмут. Вот как-то так тоже бывает. Всем удачи, друзья! Подписывайтесь на канал. Я, в свою очередь, постараюсь выкладывать самые интересные и познавательные видео. Пока, друзья! Rage on that beat, going crazy.